Тут не хочется мне идти в задний проход. У меня даже кикнуло сервера, ты понимаешь? За что мне кикнуло сервера? Мне кажется, все, ты уже настолько затроллишь, что тебя кикнуло. Боже, я вообще не понимаю, что происходит. Иду вперед, меня с сервера выкидывают, другой вперед, иду, меня вниз куда-то бросает высоты огромной. В чем я провинился, объясните мне. Жека даже сейчас не может зайти на сервер. Вся, Жека, твой сервер тебя больше уже не любит. Офигительно, просто великолепно. Как делишь, ребятишки? С вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим троллить друг друга. Да, ребята, всем привет, я опять вас хочу поблагодарить за вашу большую активность в комментариях и в лайках. Мы очень этому рады, и именно поэтому у нас выходит еще одна серия троллинга. Ребята, и как обычно, ставьте большущий палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите видеть больше серий с троллингом. Мы с Жекой поймем и будем выпускать серии как можно чаще. Но это, ребята, еще не все, потому что мы с Жекой решили что-то для вас сделать, и сейчас Жека подробнее вам все расскажет. Ребята, мы хотим объявить о небольшом конкурсе. Буквально сегодня мы с Эдисоном добавим по 100 случайных подписчиков к себе в друзья во ВКонтакте. Да, ребята, поэтому прямо сейчас заходите на наши странички ВКонтакте, добавляйте нас в друзья, чем быстрее вы подпишетесь, тем больше шанса то, что вы попадете к нам в друзья. Ссылочки на наши странички будут в описании, вот прямо под этим видосиком, поэтому заходи как можно быстрее, добавляй нас в друзья. Да, и в принципе, мне кажется, можно уже приступить к самому троллингу, потому что мы все сказали, что хотели. Ой, да, ну что, Жека, давай. Ну, эти занятия как себя порву, и, собственно, я это говорю каждый раз, ну да, я тебя порву. Да, смешно, ну в этот раз, возможно, потому что у меня вообще идей нету, так что давай, пока. Ну, ты в прошлый раз, да, в писюне полетал, сейчас тоже что-нибудь полетаешь. Да, все, давай, тихо там, выходи. Все, давай. Ну что, ребята, добро пожаловать в новую серию троллинга. И как Жека сказал, я реально каждый раз говорю то, что у меня нету идей, что можно построить. Вот реально у меня сейчас просто-напросто нету идей. Но я, ребят, я очень постараюсь что-то придумать, чтобы в очередной раз затроллить Жеку. Я очень на это надеюсь. Поэтому, ребята, сейчас буду что-то думать, пока не знаю что, но, наверное, что-то построю. И, ребята, я еще раз вам напомню, ставьте действительно большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите видеть больше серий с троллингом. И также, ребята, подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте, ссылочка будет в описании на нашей страничке. Прямо сейчас заходите, подписывайтесь, если хотите попасть ко мне в друзья, к нам в друзья. Я сказал, не все попадут, только 100 случайных человек. Может, это будешь именно ты. Поэтому, ребята, давайте все же я сейчас дострою и посмотрим, что это будет за испытание в этой серии. В общем, ребята, первое мое испытание готово. Ух, я, если честно, запарился его строить, но, допустим, я сейчас вам, ребята, все покажу. В первую очередь он зайдет вот сюда, в мою комнату. Я ему скажу: Жека, вот твои финальные двери. Тебе нужно пройти вот туда. Но перед тем, как ты пройдешь финальные двери, тебе нужно найти ключ от этих дверей. То есть, сюда он никак не сможет пойти, он сможет пойти только вот сюда. Только он пройдет вот в эти двери, он не сможет пойти вот сюда налево. Он упадет вот сюда, в эту яму, и тут у него будет нажимная плита, которая тыпэхнет его вот сюда, на самый верх. Он окажется вот тут. Я ему скажу: Жека, у тебя нет выбора, тебе нужно прыгать вниз. Но, ну хорошо, он никуда не сможет прыгнуть, только вот сюда, именно вот в этот блок. Как только он прыгнет в этот блок, он опять окажется на вот той нажимной плите, и эта нажимная плита его опять тэпэхнет вот сюда наверх. То есть вот такой замкнутый круг, его будет тэпэхать, он падать, его тэпэхать, он падать. Пока он не обнаружит то, что тут есть скрытый рычаг, вот тут. Я не буду нажимать, потому что его тэпэхнет. Он нажмет на вот этот рычаг, и его тэпэхнет вот сюда, на самое-самое-самое начало. И он подумает: если я опять вот сюда пойду, меня опять тэпэхнет на самый верх. Но он не увидит то, что вот тут у него будут две кнопочки. И он сможет как раз забраться вот сюда так повыше, чтобы нажать на вот эти кнопочки. Эта кнопочка ничего не будет делать. Но вот это, смотрите, тут есть сейчас дверь. Он нажмет на вот эту кнопочку, вот смотрите, ребята. Опа! И дверь пропадет. Он сможет забраться вот сюда, на вот это поле. Ну, такое себе поле испытаний. То есть, смотрите, как только он пройдет вот сюда, я ему скажу: Жека, ты не сможешь использовать спринт. Бегай без спринта. Он такой: ну хорошо. И побежит себе такой, да? Ла-л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 а. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот эти плиты, то есть вот эти три плиты ничего не делают.
Ничего. Только вот эти плиты, как-то он будет пробегать вот сюда, и вот тут будут падать наковальни. То есть, уже, мне кажется, если удача будет на стороне того, чтобы я убил Жеку, то он попадется под наковальню, и ему будет... крышка, да. Если вот так сказать, ему реально будет крышка. Поэтому, ребята, я очень надеюсь, то, что он попадется, да? Ну, дальше. Тут у него будет дверь, он такой, все, вот тут дверь, я уже смогу сюда пройти, я ему скажу, тут будет какой-то подвал, спуск вниз. Но он сюда не сможет пройти, потому что он вот тут провалится в какое-то помещение. Я пока не знаю, что тут будет. Сейчас разберусь. Надеюсь, то, что я тут смогу что-то нормальное построить. Сейчас, ребята, дострою и сразу же вам покажу. Ой, ну что, ребята, добро пожаловать в мою вторую ловушку. Я ее наконец-то достроил. После того, как Жека провалится вот сюда, как видите, опа, провалится вот сюда, в эту ловушку. Надеюсь, что он все же провалится, да? Вот сюда. Он попадет в эту комнату. И каждая вот эта плита будет тпхать его обратно вот сюда на начало. Ему нужно будет найти верный путь. А какой будет верный путь? Как видите, на потолке у меня есть... а вот такой небольшой проводник с полуразрушенных блоков. Ему нужно просто найти вот это, заметить и пробраться к концу. Все очень просто. Но на пути его будут встречаться также немало всяких приключений. Допустим, на этом же пути у него будет одна плита, которая дает ему бешеную скорость. И он просто наступит на нее и неожиданно полетит прям вперед и наступит на телепорт, который опять его перенесет вот сюда в начало. Вот так вот. Да, но все же, даже если он как-то сможет умудриться пройти вот это мое испытание, он дойдет вот до сюда, вот сюда. Но это еще, ребята, будет не все. Он такой, ура, я наконец-то прошел. Но не-не-не, ничего ты, Жека, не прошел. Тут у него будет последняя нажимная плита, также с большой скоростью, которая его просто пиу выкинет, и он упадет вот сюда в пропасть. Надеюсь, то, что упадет. И вот тут будет еще какой-то один финальный троллинг. Я пока не знаю, какой. Но сейчас увидим. Потому что я, ребята, у меня уже просто идеи нету. Надеюсь, то, что я смогу что-то сейчас построить, придумать. И как только построю, я сразу же, ребята, вам сообщу. О, ну, в принципе, ребята, все. Я достроил вроде все. После того, как он сюда на спидах, под скоростью, залетит и попытается открыть дверь. Потому что тут я ему сейчас поставлю вот такой небольшой рычажок. Он попытается открыть дверь, но провалится вот сюда и упадет. Идет вот сюда, в самый низ. Я ему скажу, ну, Жека, проходи, у тебя тут есть одна дверь. Тут, кстати, нужно поставить дверь, вот, допустим, какую-то спрятанную, вот, Secret Gate, вот такую, да, допустим, чтоб... Угу, не, а как тут дверь, кстати, поставить? Я, если честно, уже забыл, как дверь ставится, секретная. Нужно вспомнить сейчас. Вот, секретная дверь, но он ее не увидит. Я ему скажу, Жека, тебе нужно пройти вот сюда. Но как только он наступит вот на эту плиту, у него за спиной заспавнится зомби, вот. Сейчас он не спавнится, потому что стоит писвул, потом я его выключу. Он такой, зомби. Я такой, Жека, ищи выход, где-то тут есть выход. Он найдет вот выход и побежит вот сюда. Тут также ему дастся скорость, то, что он сейчас прям пиу полетит вот сюда вперед. И у него тут есть два варианта. Он уже пишет, ну что ты там, сейчас, Жека, подожди немного. У него есть тут два варианта. Или он завернет на скорости вот сюда, и тут будут мины, он и так взорвется. Или он не успеет завернуть и под скоростью залетит вот сюда, в эту комнату, где также есть мины, и он взорвется. Он взорвется или от взрыва, или взорвется пол, и он упадет вниз. Вот такой вот троллинг, надеюсь, то, что Жеке понравится, очень на это надеюсь. И, в принципе, ребята, все, я сейчас Жеке напишу то, что все готово, и мы будем приступать. Надеюсь, то, что фейлов не будет, и все пройдет гладко и по плану. Сейчас, ребята, приступим. Ну что, Жека, готов? Достроил? Ой, знаешь, Эдисон, сколько я тебя ждал? Ну, я не виноват, давай, я иду к тебе в гости, да? Я понимаешь, я уже боюсь, я закончил минут на 20 раньше, чем ты. Я очень боюсь, что ты там понастроил. Ничего особенного. Ладно, давай, Жека, проводи меня. Так, смотри, стой, не открывай пока. Можешь включить геймод 0. Ладно. Только есть одно правило. Ты можешь ставить блоки, но ломать ты их не можешь. Так что думай, прежде чем ставить, понял? А у меня блоков нету, или я потом их найду? Ну, типа. В смысле, ты же понимаешь, да? Вот. Ну, в общем, смотри, заходи, прошу, добро пожаловать. Это тебе подарочек на Новый год, я тебя приготовил, вот, бери. О, броня для лоха. На самом деле, мне не нужна вот эта броня. Ну, мне кажется, она тебе пригодится. А, да? Ну, ладно. Ну, не, в принципе, можешь надевать, как бы... иди, все, пошел в жопу. Так. Все, отлично, ты затроллен, ты бронелоха, молодец. Да. Как бы это такой себе тролль, если честно, так что не считается. Да, ты попался на мой тролль-квест. В общем-то, тебе нужно выбраться из комнаты. Молодец. Ты почти... Ну, у тебя получилось. Молодец.
Как всегда, они со мной ходят, выходят прям сразу, но... Ага, да, ну да, я так и понял. Ну привет. О, он со мной поздоровался, вот какой милый чувак. Так, ладно, ладно. Ты затроллен, собственно, все, можем заканчивать видео, спасибо всем за просмотр. А, да? Все, все. Опа, что-то у меня тут клацнулось. Тут ничего не клацается, а тут что-то клацается. Тут что-то клацается. Мне интересно. Что-то тут явно есть, да-да-да. Опа! Здрасте, туалет он как? Это неправда, я никак. Так, все. Ладно, ладно. Ну да, вот иди вали с моего креста. Жека, ты думаешь, что тут вообще что-то есть? Мне кажется, ничего нету. Мне просто интересно, почему тут вот эта фигня клацает. Вот что-то клацается, да, что-то клацается. И что это может быть? Ты можешь... О, я вижу блок, смотри, я вижу блок. Так, тихо. Так. Так, все, тихо. Я вижу, как он ломается. Хватит. Тебе пока туда рано идти, серьезно говорю, то есть тебе пока туда рано идти. Да, думаешь? Да, ты должен найти что-то другое, ищи что-то другое. Ну тут ты уже был, по-моему. Опа, да пошел ты в задницу. О, иди за против задницы, зачем ты им ставишь такой большой кнокбэк, Жек? Это меня бесит, если честно. Что-то выпало, да? Ладно, а если я сейчас лоханусь, то все. А, ну, ясно. Не зря же подсказка тут, да? Ты может дверцу закрыла, то сейчас она зареспавнится, тебя может... Да ничего, все нормально будет с ним. Все. Как бы... Я тебя предупредил. Хорошо, да. Я не могу дверь закрыть. А, все. Ну, в смысле, ту дверь закрыть, которую... Все, пошел в задницу. Так. А тут что, мне интересно? Не, ну ладно, ты, в принципе, закрыл ее, может там оставаться навсегда. Ну, в смысле, ты сказал, я могу ставить блоки, да? Но я не могу ломать. Ну тут я вижу то, что еще нужен один рычаг. Откуда я возьму еще один рычаг? Ну вот я даже не знаю, Стоп. Только вот этого ты уже не брать, я что-то не продумал. Чего? Да нет, я как раз его жду, пока он зареспается, чтобы еще один рычаг взять. Не. Жека, тогда ты будешь затроллен. Нет, это моя карта, делаю, что хочу. Я затроллил Жеку в его же квесте, ребята. Вы это понимаете? Нет, стой! Нет! Успел. Ты и так затроллил, я тебя затроллил в твоем же квесте. Нет, да. Давай, ищи. Тебе нужно найти рычажок. Неправда, я тебя затроллил уже, Жека. Так, а где это нашел? Я что, в заднице в себя рычаг нашел? Так, ладно. Ты нашел в туалете рычаг, молодец. Среди какашек нашел рычаг. Ой, это что за монстр? Это что так? Жека, мне страшно. Это ты. Ты сражаешься против себя, только ты немножко поломался. В смысле, это не я, это Стивы у меня. Это Стивы у тебя? Да, у меня Стивы. А у меня это Эдисон. Блин, ладно. Окей. Да что это за... О, а как я выбрался? Там что-то было? Там была невидимая плита. Итак, Эдисон, смотри. Сейчас перед тобой стоит... Опять писюны, Жека, просто... Выбор жизни и смерти. Как бы смотри, что ты выберешь? Первый вариант, у тебя есть сиська. Ну. Второй вариант, писюн. Ну. И третий вариант попа. Вот что ты выберешь? А есть какие-то подсказки? То есть, к чему это ассоциируется? Чисто твои желания. Вот, смотри, в смысле, что мне больше нравится, да, в жизни? Да, что тебе больше нравится, да, в жизни. Я тебе даю 3 попытки. Спасибо. В смысле, а как мне выбирать? Я вижу тут кнопку, но тут я не вижу нигде другую кнопку. Да, я не знаю даже, как тебе... Ладно, 3 попытки. Нужно рассуждать логически. Конечно, сиську я люблю больше всего, больше всего, чем попу и писюн. Но я знаю то, что ты писюна-любитель, поэтому я выберу писюн. Ты же любишь писюны, Жека, да? А, ну то есть ты типа... Ну твой выбор, не мой как бы. Я ради тебя выбираю. Вот этот писюн тебе посвящен. Так, я выбираю его. Давай, выбирай. И что дальше? Ну выбери как-нибудь. О, я прошел карту, ура! Нет, ты оказался возле троллей. Ну вот, и я прошел карту, значит. Не-не-не, ты затроллен. Это был неправильный ответ. Давай попробуем еще раз. Ну давай, ты пэхай. У тебя осталось писюн и жопа. Что ты думаешь важнее? Что лучше? Что, не знаю, там, ну, подумай. Жопа важнее, мне кажется. Не, ну я сказал, я выбираю писюн ради тебя, но я тут ничего не могу. О, я вижу дверь. Да подожди, стой, нельзя ломать, это ты! Не хочу я в него входить. Ты идешь по длинному писюну, молодец, и да, ты затроллен.
Такие себе троллинги, если честно. Остался последний вариант — жопа, да? Ну, то есть, что по твоему мнению может быть жопой? Жопа? Ну, я сейчас выпрыгну жопой, мне кажется. Правильно, жопа — это твоя карта, которую ты построил для меня. Ай-ой-ой-ой, какой троллинг, какой троллинг. Ой-ой-ой-ой. Все, Жека, давай, твоя очередь. Тебе не понравилось? Тебе понравился бы троллинг? Понравился. Я не хочу в твою жопу идти, Эдисон. Ну, придется. Давай. Ты должен слушаться меня. Ты не должен пускаться в самоволку. Только меня. Что я говорю, то ты должен делать. Понял? Есть, сэр! Есть! Вот, заходи. Заходи. Так, хорошо. Давай, иди сюда. Ага, да, иду. Вот смотри, это главная дверь. Если ты сюда пройдешь, значит, ну, в смысле, там уже конец карты. Но! Чтобы сюда пройти, тебе нужно найти рычаг. Рычаг ты можешь найти в других дверях. Как ты видишь, тут двери, и тут нету рычага, поэтому тебе нужно пойти именно вот сюда, чтобы добыть рычаг для другой комнаты. Вперед, Жека. Ладно, я пошел. Так, вышел. Ой-ой-ой, так ты где появился? Я тут немножко испугался, на руки. Это реально было страшно. Я ничего не понял, что произошло, но это было страшно. В смысле, а как ты обратно на спаун вернулся? Я что-то не понял. Я что-то там тыкал. Я просто когда испугался, начал тыкать на самом деле. Дебила кусок. Вот, короче, все, я пошел заново. Да, давай, да. А что, я не хочу падать снова. Ну придется. Ладно, прыгаю вниз вот туда. Может, ты умрешь, может, нет. О, не умер, значит, да? Что происходит? Ой. Жека, нельзя ломать, что ты ломаешь? Это с этого удара ломается, я думаю. Это тебя побил. Стоп, а что мне делать? Стоп, я понял, здесь есть какая-то... Да, вот, да, вот кнопка. А что дальше-то делать? Я не знаю, ну да, вот такой круговорот в природе. Троллинга Жеки. Я опять упал, Эдисон. Тут же вода. Стоп, нет. Ну да, там вода. Я не могу пролезть. Ну да. То есть мне все равно нажимать на кнопочку? Да, тебе нужно вот все это весь троллинг, Жека. В смысле? Я так буду все время делать? Ты вечно будешь падать, подниматься, возвращаться на спаун, падать, подниматься. Это вечный троллинг, Жека. Ты просто невнимательный. Давай. Решай, думай. Я тебе, конечно, дам сейчас подсказочку, но ты уже затроллил раз 5. Да ё-моё, да как? Я не понимаю. Жека, ты просто невнимательный, и все. Ладно, давай, возвращайся на спаун. Ты уже затроллен. Иди сюда, Жека. Иди сюда. Вот видишь ты тут что-то необычное? Нет. Ну посмотри внимательно вокруг, вот включи свое суперзрение. Что это за странный тролль? Я ничего не понимаю. Ну смотри, я тебе дам подсказочку. Как бы да. А, там кнопка есть! А теперь прояви сообразительность. Нет, Джека! Знаешь, более эта кнопка у меня сливается, вообще ее не видно. Ну нормально. Все, Джека, давай, потопали дальше, давай, вперед. Джека, тут запрещен спринт. Запрещен спринт и запрещено прыгать. А, прыгай тоже запрещено? Да. Ты издеваешься? А что мне тогда делать? Просто идти вперёд. Я, ну тут ловушек нет. Вот смотри, Жеков. Подожди, не иди вперед. В конце вот этого пути у тебя есть дверь. Самую главную дверь. То есть это задний проход, можно сказать. Поэтому все, что тебе нужно, это просто идти вперед и все. Что-то не хочется мне идти в задний проход. Ай-яй-яй-яй! У меня даже кликнуло сервера, ты понимаешь? За что мне кинулось? Мне кажется, все, ты уже настолько затроллен, что тебя кинуло. Боже, я вообще не понимаю, что происходит. Иду вперед, меня с сервера выкидывают, другой вперед иду, меня вниз куда-то бросает с высоты огромной. В чем я провинился, объясните мне. Жека даже сейчас не может зайти на сервер. Вся, Жека, твой сервер тебя больше уже не любит. Офигительно, просто великолепно. Эдисон, я зашел. Давай, Жека, продолжай. Иди вперед, вот тут у тебя есть выход.
И меня опять, чтобы меня опять убили, да? Ну не знаю. Как хочешь. Ладно, может. Помогите! Так, Жека. Смотрел наверх, чтобы тупые наковальни не падали. Да, ну вот смотрел наверх, Жека, вот твое испытание. Ну, как ты заметил, пол тут слегка необычный, да? Очень необычный. Все, что тебе нужно, это просто... Все, что тебе нужно, это просто добраться вот сюда. Тогда хорон меня смеши. Вообще, изи, слушай. А это... Прыгать можно уже? Да, можно прыгать. Все, что тебе нужно, это просто добраться вот сюда. Я чувствую, мне сейчас опять будут в разные стороны телепортировать. Да. Ой! Ага, вот это вот так вот, да? Ай, зараза, спалил меня! Ой! Значит, не нажал, правильно. Ты меня спалил, Жека. Ну да, это подсказка, тебе нужно... Просто гигарта проходил когда-то? Да. Ну... Ой, это сложно, слушай. Да, это сложно. Конечно, было бы круто, если бы ты не на шифте ходил, ну да ладно. Ой-ой-ой-ой! Нет, я вот всегда ненавидел такие уровни. Понимаешь, ты меня можешь даже не троллить, я тут никогда это не пройду. Ну, в смысле, ты уже половину прошел. Так, давай, давай. Раз, два, три, четыре. Это. Давай, давай. Ой, дай! Да в смысле? Там есть? Что за читерство? Ничего понять не могу. Твою-то мать! Что происходит? Я ни на что не нажимаю! Даже ни на что не нажимаю. Подождите, стоп. Я справлюсь. Так, вот. Все, это последний блок, очень это сюда. Так. Вот еще на один можно. Ничего не понимаете, ты боишься мне грохнуться. Так, на три вперед, сюда. Ага, так, теперь... Все. И вот сейчас отпускай. Ну, сейчас тебе нужно вперед просто. Это вот там есть рычаг и все. Я не то не хочу идти, просто туда не пойду. Я хочу тут остаться. Там финальный уровень, поэтому давай. Да, что за пятый наковальни пришел? Да, не будет ничего тут. За что? Я знал! Ну... О, нифига себе! Я просто это уже делал так один раз. А, ну ладно. Ну да, в принципе... А, да! Убегай, Жека, ты уже нашел проход! Ты уже... Зачем я нажал на эту плиту? Ты нашел проход! Убегай, Жека, убегай! Всё! За что мне такое наказать? Жека, все. У меня уже башка болит, все, хватит. Да. Знаете, он меня не любит. Рванул он вперед, да. Ты бы тут и так взорвался. Тупая карта, сдохни! Жека, будешь стену перестраивать, я так понял. Ой, капут просто. Мне уже говорить сложно. А, челюсть. А меня башка начала даже болеть от смеха. Жека, какие у тебя впечатления? Давай заканчивай. Мне не нравится эта игра, все, я больше не... Все, Жека больше со мной играть не будет. Ну, ребята... Я делать буду, конечно. Ну да, ладно, как каждый раз... Да, ребята, ставьте большой палец вверх прямо сейчас на вот эту серию, если хотите продолжение. Если будет много лайков у меня и в Жеке, то мы продолжим записывать троллинг как можно чаще и как можно больше. Да, Жека? Да, и также не забывайте про наш конкурс, мы добавим 100 случайных друзей ВКонтакте, так что быстрее переходите по ссылочке в описании, чтобы не пропустить этот момент. Да, и добавляйте нас как можно быстрее, вот прямо сейчас. И, Жека, будем мы, наверное, прощаться с вами, ребята, поэтому большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока, ребята.